христианским ансамблем, музыкальным ансамблем нашей страны, был основан в 1975 году. Данный ансамбль представляет публике наследие коптской гимны, которая 2000 лет существует в нашей стране, в Египте. И такое являются они неотделимой частью христианской истории Египта. Такой лик египетский, который мало кто знает, может быть, среди нас, который мы хотели через сегодняшнюю выставку, сегодняшнее мероприятие вам представить. Руководитель ансамбля и основатель ансамбля, композитор Джордж Кириллиус. Он не просто композитор, он и дирижер данного ансамбля. Основатель своего ансамбля в 1975 году, хотя он является по своему образованию инженером и архитектором и еще профессором университета. Как человек духовный, очень глубоко в свою страну, хотел показать ту часть этой истории всем нам и русскому народу специально, и приехали сюда специально в Российскую Федерацию для участия на данной выставке, для показа и чтобы для того, чтобы познакомить вас с этой частью египетского истории и наследия египетского христианства. Поэтому сейчас позволяем и разрешаем им давать нам насладиться и жить в такой духовной атмосфере с коптскими гимнами, с ансамблем Давида. Особенно здесь хочу поблагодарить господин посол и всех вас за присутствие. Мы сегодня представим вам несколько коптских гимнов и псалмов. Коптские гимны основаны более 2000 лет тому назад. Первый гимн у нас называется «Тин У Ош». Мы поклоняемся своему Господу. Данный гимн читается в начале молитвы. И во время подготовки священников и диакони, когда они готовятся к совершению молитв. Oh,
Самый написал пророк Давид.
من حوالي 3000 سنة 3000 سنة назад الكنيسة القبطية بيعتمد الطقس فيها في الألحان على المزامير. Коптская церковь в своих гимнах в основном обращается к псалмам Давида. لكن المزمورين دول مش بيتقالوا في الكنيسة لأن دول متلحنين لحن معاصر مستوحى من ألحان الكنيسة القبطية. Но эти два псалма на самом деле не исполняются в церкви во время месяца во время молитвы, поскольку они музыка для этих двух псалмов в современном духе написана, и поэтому они в церкви не читаются, не исполняются. Thank you.